Ребята, всем огромный привет! С вами Светлана. Екатерина. И у нас сегодня с вами очень такое легенькое, расслабляющее, приятное видео на тему того, я смотрю в будущее и все еще верю, что прочитаю все эти книги. Видео о планах на май, о тех самых книгах, которые мы себе поставили целью дочитать до конца весны. Боже, я сейчас скажу странную вещь для себя, но я в этот раз поступила абсолютно рационально. Я выбрала книг очень мало, именно то, что должно быть прочитано в мае. Но мы с Катей, в принципе, решили, что по итогам весны мы снимем какое-нибудь такое статистическое, наверное, больше видео, да, о том, как мы справились со своими планами. Я вам там как раз в том видео озвучу цифру того, сколько же ознакомительных фрагментов я прочитала за эту весну. Эта цифра поистине будет впечатляющая. Кстати, можете пока поугадывать, сколько ознакомительных фрагментов я в итоге за эту весну прочитаю. На данный момент их уже больше сотни, ребят. Так что гадать, видите, я вам даже подсказку сделала. А кто точно угадает, мы еще и подарочек какой-нибудь сделаем. Ничего себе. Вот такая идея мне крутая пришла в голову. Так что кто точно угадает или хотя бы будет самый близкий вариант ответа, мы обязательно пришлем какие-нибудь красивущие открыточки. Я вспомнила в ситкоме, как я встретил вашу маму, по-моему, там. Барни его звали. Mm-hmm. Он один раз участвовал в шоу, где надо было угадывать цену. Но ему было по приколу. Я вот помню это такое. Что-то такое же. Я не берусь отгадывать, тем более она еще в мае непонятно сколько прочитает. Вот именно. Это загадка даже для меня сейчас. Но прежде чем мы перейдем к нашим планам, мы вам расскажем об одном очень интересном мероприятии, которое проходит этой весной. Книжный интернет-магазин «Лабиринт» с 15 апреля по 10 мая устраивает одно из самых ярких книжных событий весны – книжную ярмарку-выставку. Главная задача этой выставки – создать пространство, где издатели и авторы смогут пообщаться с читателями. Вас ждут презентации новинок, интервью, обзоры от блогеров и читателей, прямые эфиры, обсуждения и викторины. Вы можете пройтись по расписанию ярмарки и выбрать интересные для вас мероприятия. В ярмарке принимает участие более 30 издательств, которые также делятся своими рекомендациями, рассказывают о главных проектах и будущих новинках. И, конечно же, ни одна ярмарка не обходится без скидок и подарков. Обязательно проходите внизу по ссылочке, как всегда, там более подробная информация. Принимайте участие в ярмарке, посещайте мероприятия и, конечно же, общайтесь с другими книголюбами. А мы с вами переходим к тем самым книгам, которые собираемся читать в мае. И, пожалуй, я начну со Стивена Кинга. Можно я вот так вот радикально поступлю? Дело в том, что каждый раз, как я заканчиваю читать очередную книгу Стивена Кинга, на этот раз виноват во всем Билли Саммерс, у меня, ребята, возникает непреодолимое желание зарыться вновь в его творчество. В творчество Стивена Кинга. Я вообще очень давно хотела сделать один проект по Стивену Кингу, и я все еще мечтаю когда-нибудь к нему вернуться. Но меня действительно периодически очень тянет перечитать все творчество Стивена Кинга и разложить его наконец-то для себя по полочкам, перечитать в хронологическом порядке, как он это все писал. И я уже когда-то начинала это делать. А потом, как всегда, да, жизнь расставила все по своим местам и сказала: занимайся более важными делами, а не перечитывай Стивена Кинга. Я в этот раз поставила себе цель маленькую – всего лишь перечитать «Мертвую зону». Почему-то, когда я увидела переиздание, рука потянулась именно к ней. И я «Мертвую зону» помню очень плохо. У меня вот отдельные фрагменты какие-то в голове мелькают. Я даже сюжет четко не помню. Я помню, что с нашим главным героем происходит то ли авария, то ли какой-то вообще несчастный случай. У него появляются некие странные сверхъестественные способности. И какие-то отдельные обрывки, вот о его характере, да, что-то мелькает, о каких-то ситуациях, которые с ним происходят. Но цельного представления об этом романе у меня нет. И практически я, когда буду читать я буду его с нуля. Но у меня очень часто бывает такое, что я не помню роман, а когда вот первые страницы, там буквально 2-3 странички или даже пару абзацев, и в твоей голове возникает полная картинка. Посмотрим, как произойдет с этим произведением. Но «Мертвая зона», она почему-то у меня вот как «Зеленая миля», «Мертвая зона». Я забыла, как называется его повесть, по которой был снят «Побег
«Побег из Шоушенка», про Риту Хейвард. Вот так. Ну, вот. Не важно. Ладно, не важно, я думаю, вы все поняли. В творчестве Стивена Кинга, в принципе, по Блокова можно выделить какие-то отдельные романы. И вот я не могу сказать, что «Зеленая миля», «Мертвая зона» и «Побег из Шоушенка», они как-то пересекаются тематически, но тем не менее в моей голове они четко стоят всегда на полочке вот так вот вместе. В общем, «Мертвую зону» очень и очень перечитать я хочу. И я знаю, что «Тигр на обложке» не просто так, что он был в повествовании. Мне кажется, здесь даже где-то что-то называется. Глава какая-то или что-то такое. Но «Тигр» точно был в повествовании. О, «Смеющийся тигр». Значит, не все еще потеряно, Светлана Валерьевна. Какие-то обрывки действительно мелькают в голове. От папы переходим к сыну. В мае месяце мы с Катей совместно будем читать «Джо Хилла и его рога». Вернее, я буду перечитывать, Катя будет читать впервые. Мы посмотрим экранизацию, конечно же, потому что там играет Дэниел Рэдклифф, который нам очень и очень нравится с некоторых пор. Наверное, с тех пор, как мы посмотрели «Чудотворцев». Эту книгу мы читаем в рамках читательского совместного дневника для наших спонсоров и для нашего профиля на Бусти. Прочитано мы, конечно же, про рога тоже расскажем. Я очень надеюсь, что мне при перечитывании понравится больше, чем когда я читала в первый раз. Я очень четко помню свои ощущения, что 2/3 романа мне прям нравилось. Я прям читала и думала, боже, у Стивена Кинга такой классный сын, его преемник, самый настоящий. И потом для меня в последней трети все слилось в какую-то непонятную кашу. И мне очень не понравилось, как в итоге Джо Хилл эту историю развернул и завершил. Я, в принципе, придерживаюсь того мнения, что у Джо Хилла отлично получается именно в малой прозе. Его рассказы, они совершенно великолепны, они гораздо сильнее, чем его романы. Приблизительно наоборот для меня все складывается у Стивена Кинга. На мой взгляд, он сильнее именно в романах, а не в рассказах. Лучше бы он каждый свой рассказ, Стивен Кинг, развернул бы до романа. Я была бы счастлива. Мы недавно посмотрели 3-й сезон истории ужасов Элая Рота, и там как раз-таки был и Джо Хилл, и Стивен Кинг, хотя, мне кажется, в этот раз Джо Хилл появлялся там чаще. И вот знаете, в третьем сезоне вообще не было Стивена Кинга. Да, он был в моей голове, значит. И вот чем старше Джо Хилл становится, тем больше он похож на Стивена Кинга. Меня даже это пугает. Такое впечатление, что это не просто его сын, это его клон. Я вам покажу один нонфикшн по искусству. Насчет второго я пока не определилась. В моей голове всегда стоит лимит, что я читаю 2 книги по искусству в месяц. Больше не надо брать. Для того, чтобы информация лучше усваивалась, укладывалась в голове. И плюс я трачу время еще и на то, что я каждый раз, когда я читаю нонфик, я обязательно веду читательский дневник, потому что когда я все прописываю, я запоминаю лучше. Гораздо лучше. Но ты конспект делаешь. Это я бы не сказала, что это да, дневник. Да, я делаю конспект. Я делаю его в читательском дневнике. Это 50% конспект, 50% дневник. Вот что-то среднее. Я взяла Лэнс Эсплунд «Искусство видеть». По аннотации это похоже на книги Осиана Уорда «Искусство смотреть», которые мне очень понравились. У него одна книга была посвящена классике, а вторая книга современному искусству. И то, как он пишет об этом. Вот хочется бросать все и бежать, но поблизости никаких музеев подходящих нет. Желательно бежать куда-то там в Лондонский музей, в Нью-Йоркский, но просто читаешь книги и мысленно гуляешь. А ну и можно еще интерактивно пройтись, если постараться. Один из самых важных и больших планов на май месяц, ребята, для меня это Диана Гэблдон «Чужестранка». Мне кажется, когда я в очередной раз уже буду вам показывать «Чужестранку», вы на той стороне экрана будете закатывать глаза и говорить, да уже прочти ты ее наконец-то и отстань от всех нас. Прекрати нас мучить «Чужестранкой». Это мой план. Я буду читать в формате читательского дневника. Я хочу его делать со спойлерами. Вот Катя «Королевскую кровь», она пишет без спойлеров. Там можно будет смотреть всем. Она там про базу мира рассказывает, про мифологии, про героев отдельно, про любовные линии. Я буду писать со спойлерами. Причем параллельно я буду смотреть сериал. Первый сезон я уже видела этого сериала. И еще совместно с чтением «Чужестранки» я параллельно буду читать «Шотландию», «Земля кланов». Я знаю, что это актеры, которые играли в сериале. Я смотрела, как я уже сказала, первый сезон, поэтому по фотографии я тоже определила, что это они. Я когда забирала эту книгу на пункте выдачи, там была как раз одна из тех девушек, с которой мы общаемся хорошо, она говорит, это же те самые мужички, да, вот из сериала. Так хочу досмотреть, все, руки там не доходят, а может только выходит последний сезон, я выходит не знаю. Еще. Я сама тоже, когда увидела анонс этой книги, первое, на что я запала, это на килты. Мне очень нравятся килты, я в принципе себе
себе бы хотела килт, именно килт настоящий, шотландский, шотландской ткани. У меня немножечко на килтах помешательство. И только потом я же обратила внимание на лица, собственно, этих актеров и на имена и фамилии, которые написаны на этой книге. И позже того, как меня очаровали килты, поняла, что эта книга написана актерами. У них есть ТВ-передача. И, в принципе, я очень люблю, когда актеры рассказывают о своих впечатлениях, о моментах съемок, о каких-то смешных, нелепых случаях, о том, что им самим запомнилось. А передача посвящена Шотландии? Шотландии, да. Надо найти. Я и посмотреть я тоже хочу. Я вот себе, кстати, нашла интересную передачу про Ирландию, но там не актеры рассказывают, а, в принципе, передача об Ирландии, про путешествия, знаете, о каких-то интересных местах. Я узнаю все из наших видео. То эти 100 фрагментов ознакомительных могла бы мне хоть по секрету сказать вообще. Ну, Кать, я стараюсь, понимаете? Передачу она нашла. Она ругается на меня. Она ругается за то, что я разбаловалась вот в эти месяцы. Она говорит: Светлана Валерьевна, ты же обещала там финансовая грамотность и все такое. Я говорю: Кать, какая сейчас финансовая грамотность? Ради бога, не об этом сейчас надо думать. А я тренинги слушаю про деньги. Так что, ребята, если на этот раз чужестранке повезет, она меня зацепит, я думаю, вы увидите читательский дневник еще и на вторую книгу, и на второй сезон. Вот это да, вот эти обещания, прям интересно, сбудутся ли они. Единственный Янг Адалт, который я взяла себе на май, вообще бы я его прям сейчас начала читать, но терплю. Терплю и читаю другое. Но это... у тебя и времени сейчас не будет на него. Дейдре Салливан, «Чернила под кожей. Истории, что оставляют след». Вы ее видели в моих последних покупках. У меня очень хорошее отношение к Салливан, несмотря на то, что она пишет, с одной стороны, простые вещи. У нее был сборник ретейлингов, но у нее при этом какие-то сложные построения фраз, какие-то очень тяжеловесные порой абзацы. Но она мне очень нравится. Мне нравится то, какой смысл она несет в своих книгах. И вот когда я ее купила, я решила, что я ее сразу же до конца весны прочитаю. Так, но у меня не Янг Адалт. В большей степени это, наверное, ромфант. Я так подозреваю, ромфант, который сочетает в себе еще и элементы стимпанка. Это Гейл Керриган, ее «Бездушная». Это цикл «Приключения мисс Алексии Тарботи». И, насколько я помню, Аркадия уже точно успела 4 книги выпустить. И ты их здесь не у нас и вампиры, здесь у нас и оборотни. Я сдержалась, не схватила. Я решила, что надо все-таки прочитать первую книгу и понять, надо ли оно мне. Иногда вот такие какие-то крупицы разума, они прям вот падают сверху на меня, осеняют меня своим прекрасным светом, и я не покупаю сразу все. Хотя сразу все. Да нет. Сенсом. А, Сенсома, да. Сенсома я почему-то скупила. Смотрим последнюю на ее завалы. Вот, ребята, мои завалы, мой книжный склад. Вот эти завалы – это вообще наиглавнейший книжный план моего мая – разобрать. Здесь почти 400 книг у меня стоит возле стенки. Разобрать, расставить все, что надо, расставить по местам. Здесь уже не только книги, с которыми надо познакомиться и решить, буду я читать дальше или нет. Здесь уже свалено просто все. Это не лезет на полки. Здесь у меня и Сальватора стоит. Здесь уже и Мур, как бедный несчастный, стоит. Короче, здесь куча всего уже стоит. Это надо разобрать. Дело в том, что вот здесь рядом с этими стопками у нас стоит диван, с которого мы смотрим сериалы. Я иногда вот краем глаза, знаете, вижу над собой вот эту пошатывающуюся книжную башню. Мне так и кажется, что что-то прилетит в мою голову, и я окончательно своей кукухой-то поеду уже. Возвращаюсь к «Бездушной». Мне очень нравится аннотация, причем по аннотации мне уже наша главная героиня нравится. Это бойкая девушка, которая и за словом, и за действием в карман не полезет. И насколько я понимаю, у нее муж будет то ли оборотень, то ли вампир. И в принципе здесь вот такое вот интересное, да, население в мире. Так что, ребята, надеюсь, что зайдет. Надеюсь, что это будет реально очень классная такая история, которая меня зацепит. И еще одно чтение. Наша с Катей совместная. Я ее даже не уговаривала. Она сама изъявила желание, когда увидела этот прекрасный томик. Ребята, это благословение небожителей. Я захотела благословение прочитать, потому что видела слишком много отзывов. Нам писали комментарии. И чаще всего писали о том, что это лучше, чем «Магистр дьявольского культа». Мы, кстати, со Светой пытались смотреть аниме «Магистр дьявольского культа». Mm-hmm. И он у нас не пошел. И Света ругалась и говорила про то, что там очень много какой-то каши, да, и надо обязательно читать, чтобы все понимать. Но мне не понравились совершенно косячные статичные кадры. Я очень не люблю такое замечать в аниме. Мне кажется, чем более новое аниме, тем лучше оно должно быть нарисовано. Это я в Gravitation готова терпеть все косяки и вот эти вот очень странные лица, да еще в белом кресте. Да, да много было такого аниме.
А вот в новом нет, я не готова. Но если говорить об аниме, то сейчас редко какое аниме нас цепляет, и мы его прям досматриваем до конца. Вот это «Клинок, рассекающий демонов», «Атака на титанов», а в основном что-то всё мимо. Я смотрю «Госпожу Кагую» еще и жду «Человека». Я очень хочу «Джоджо» посмотреть, очень. И я все жду, когда кто-нибудь уже выкупит на него права, его издадут на русском языке шикарно. Мы в июне едем со Светиной семьей в Петербург. Я не была в Петербурге. Года 2, наверное, или 2,5 даже. И что вы думаете? Я решила подойти к этой поездке очень основательно, чуть ли не выступить там экскурсоводом. А у меня накопилась книга о Петербурге. И, ребята, в мае я буду читать. Ты покажи сразу стопочку всю, чтобы было видно. Хорошо, покажу. Вот, видите? За фасадом 25 писем о Петербурге и его жителях. Прогулки по неизвестному Петербургу от того же автора. Где бьется сердце Петербурга? Доходные дома в историях и фотографиях. Архитектурная азбука Петербурга. Вот так. Смотри, Кать, если мы не получим от тебя экскурсии... То что? Экскурсовода не накормят. Значит, все книги были прочитаны зря. И последнее, что я для себя определила на май, ребята, это уже комиксы. Это «Ходячие мертвецы». Я хочу успеть прочитать, конечно же, все 4 тома, всю историю. Не знаю, насколько это будет реалистично. Я обожаю комикс, я обожаю сериал до 7 сезона. После 7 сезона мы бросили смотреть это дело. Но вот Рик Граймс — это один из моих любимых мужских персонажей в принципе в литературе. Я говорю о литературе, не о комиксах. Рик Граймс — это тот человек, который умеет брать на себя ответственность. Он умеет отвечать за свои поступки и умеет вести за собой людей. Я обожаю, вот я не знаю, я прям реально, я обожаю «Ходячих мертвецов». Это одна из лучших историй о людях, о том, как они себя ведут в экстренных ситуациях, когда мир полностью меняется. Это одна из тех историй, которая вот просто меня... Она меня на разрыв. Это самые настоящие эмоциональные качели при чтении. Я все пытаюсь Катю вот уговорить. Ну давай, давай с тобой пересмотрим «Ходячих мертвецов». Она не хочет. Потому что для нее эта история точно такая же вот прям за душу дерущая. Нет, которую не невозможно смотреть спокойно. Я нервничаю уже на титрах. Мне не надо такого в принципе. Не хочу. Вот я хочу СПН пересмотреть. В очередной раз первые сезоны совершенно прекрасны. В очередной раз добраться там до 7-9 сезона и забросить все это дело. Да. Вот такие, ребят, книжные планы мы себе построили на май. Кстати, обязательно... скажите нам, а стоит ли нам на это записать отдельный дневник? Раз это так популярно, может быть, нам стоит об этом рассказать отдельно? Подробно. И вдруг мне понравится, и вы увидите полыхающие глаза. Обязательно делитесь, какие себе планы на май тоже построили. Что будете смотреть? Вот еще что интересно. Какие сериалы себе на май запланировали? Все-таки надеюсь соблазнить на пересмотр или вынудить какими-нибудь средствами, обменять по бартеру, возможно, Екатерина Евгеньевна, на другой сериал. Я с тобой смотрю «Игру престолов». Тебе нравится. Тебе нравится, это не считается. Так, ребята, на этой прекрасной ноте мы будем заканчивать. Всем спасибо за внимание. Всем пока. Котики, берегите себя, читайте хорошие книжки. И благословения.